И первым делом мы отправимся в Индию, ведь сегодня там диджей Smash. Я люблю нефть. Знаешь, что у тебя есть заведение, которое называется Бум Бум Рум, и оно участвует в номинации «Лучший караоке». А сам ты поешь караоке? Ненавижу караоке вообще. Я долго с этим боролся, делали вечеринки, и потом все-таки вот пришли на формат караоке. А у нас, кстати, в гостях Коля Ураган, вот известный, кстати, посмотрите, обратите внимание. Расскажи о своих новых проектах. Мой новый проект – это, ну, кроме Коли, конечно, новый альбом будет в следующем году. А как же съемки клипа с Армстронгом? Вот, да, сняли клип уже с Армстронгом. Скоро выйдет альбом, и клип вместе с ним выйдет. Ну а какой для тебя самый лучший подарок? Rolls-Royce, может быть. Я бы вообще был бы счастлив просто. Привет, это DJ Smash специально для Димы Нагайцева. Йоу. Up to time. Что для вас главное в мужчине? Разум! Тело и разум! Самое главное – это, наверное, мужественность и честность. Для меня главное внимание, доброта и все остальное. Скажи, что тебе дает силы играть и давать людям такой заряд бодрости? Красивые девушки. Да, расскажи о своих новых проектах. Ну, это интернет-радио, которое можно найти. Это бар в Москве, бар и ресторан, он же клуб. Специально для «В клубе ТВ» Федор Фомин. И мы приехали в Мило Концерт Холл, где сегодня Red Bull Music Academy. Пойдемте посмотрим. Да. Тебя главное в девушке? А в девушке, наверное, ее красивые глаза. О, ну, конечно, это интеллект. Вы знаете, такая редкая сейчас девушка, которая может рассказать, ну, просто как следует прочувствовать. Вот это вот все очень редко, очень ценно, правда. Да-да-да, вот Тарантино тоже так считал, вот я, наверное, с ним согласен. Наверное, есть что-то хорошее в больших. Отлично, спасибо. В клубе ТВ. Всем пока!